Ну, понимаете, помимо того, что Олимпиада – это прекрасное спортивное, с моей точки зрения, событие, действительно очень интересное, очень важное, очень почетное для страны, когда ее выбирают в качестве арены для проведения Олимпиады, очевидно, что Олимпиада в сегодняшних реалиях – это прекрасный экономический аспект для роста того или иного региона, потому что тот уровень туризма, который происходит в этот период, тот уровень, скажем так, людей, которые приедут посмотреть на эти соревнования, он дает очень хороший прирост, экономический прирост. Хотелось бы верить, что те деньги, которые были затрачены и продолжают тратиться на Олимпиаду, будут покрыты той прибылью, которую мы получим от туристов, спортивных туристов, которые приедут посмотреть соревнования. Хотя, по всей вероятности, те цифры, которые мы наблюдаем, они вряд ли смогут быть перекрыты какой бы то ни было волной туризма. Мне очень хочется верить, что Олимпиада, вернее, я так думаю, что подобного рода события должны, в принципе, улучшать жизнь местного населения региона, а не отягощать ее или как-то, скажем так, урезать их возможности. Будет ли все это от нашей Олимпиады, я не знаю, потому что, в принципе, у нас в стране, знаете, мы всегда все резервы кидаем на воплощение целей, чтобы не посрамить лицо наше и чтобы как бы выступить достойно на общемировом рынке. Скажем, о таком комфорте населения мы не всегда задумываемся, к сожалению. Будет ли так же с Олимпиадой? Опыт показывает, что очень часто, к сожалению, так и бывает. Как будет, я не знаю. Но я с детства люблю Олимпиаду, я ее всегда как бы смотрела, зимние игры я очень люблю. Но мне очень хочется, чтобы это принесло еще пользу нашей стране.